Здравствуйте, друзья мои. Кто-то кушает, кто-то вон уже садится. Вот эти. А кто-то мелкается. Вон они. И вот два раза больше, наверное, не видно. Улезли покрытие. Вон еще одного вижу. Кофейный, походу, там или кто там. Ну, не белый явно. И не черный тут. Там кто-то камнем падает. Ну, сейчас посмотрим, что произойдет. Да, этих вот этого вижу. А те... А, вон еще одного вижу. Остальных не вижу. Что-то опять пропали. А вон четверых вижу. Вот это их не высота. Поставлю на паузу. Потом, если что, продолжу. Это вот... Почти одного челя, сын который прилетел, туда он ушел. Вот он. Это вот он. Ну все, поставлю на паузу, подожди. Ну эти пока еще мотаются, не садятся. Вон там 5-6. Сейчас потяну. Вон один. Вон 5. Вон самолет. Чуть ниже самолета. Летает. Вон еще один самолет. Видите, сколько у нас в Волгограде самолетов. Как он красиво дымит. Вон тот. Прям большой самолет. Это явно не бомбардировщики, это нет, ну голуби наравне самолеты сейчас, вон те пятеро на высоте. Нет, они прямо почти на одинаковой высоте. Вон самолет, видите, какого размера. Как бы вот так. Но эти что-то опять вверх начинает подниматься. Вот здесь скинули и вверх опять пошли. Я потом продолжу. О, пушок наш там кайфует, как мягкая игрушка. Прикольно. Писк. Пищалок. Лепота. Так. Друзья мои, пока. Камеры пошел, взял. По-моему, он, вот он. Зацепил. Вот он. Видите? Вот он, сапсанчик. Кого он? Чернохвостого зацепил. Ох, какой кайф! Ушел он. Ну, кого-то зацепил, то это я показывал, что кое-кто еще в космосе был. Вышел посмотреть. Сейчас посмотрим, куда он ушел. Смотрю, он уже одну атаку сделал. Ну, походу, ушел он. О, не, вот он. Красавец. Ну что, вернешься, дурачок? А то, говорит, в Волгограде нету хищника. Вот он. Это максимально включено. Этот как бы. Не знаю, я его. Вот он. Расстояние сейчас. Вот он.
Бедолага пошел отдыхать. Но это самка, это не самец. Это самка. Походу, первая атака была от самца. Потому что я успел пойти камеру взять, выйти. Это вторая атака была. Сейчас посмотрим, где гулешки. Гулешки. Ну да, этот ушел. Ну, сейчас. Вот он один. Ну это мелочь, это мелочь, это мелочь. Даже лодку дает. На хвост падает. Ты мое чудо. Ты мое чудо. Ты мое чудо. Ты мое чудо. Ну нет, это не мелочь, это стариковский сын. Белое крыло крашеное. Это не мелочь. Но почему он так себя повел, не знаю. Двое вот они. Двое вот они. Он еще четыре штуки. Вот один отдельно. Вон три, там черный, двое белые, или там какие-то вместе. Ну, видите. Это кто? Это чужак. Это чужак. Это не мой. Это Николаевский, друзья мои. Ну, походу, сосед мой решился остаться вообще без голубей. По-моему, да. Да, ну это, по-моему, Николаевский. У него такого нету. Ну, сейчас спуститься, посмотрим. Ну, не знаю, ну, по-моему, я зацепил. Не знаю, насколько я зацепил. Но атаку, по-моему, я зацепил. Он кого-то... Так, ну, может, покорябал, может, порвал. Ну, вот он и сапсан. Вот он и сапсан, как я говорил, ближе к крещенских морозов будет появляться. Вот, скоро уже будет крещенские морозы. Осталось что там? Недельку-две. Вот они и приходят. Да, ну то есть как, это знаете, наверное, как-то какой-то глупец говорил, говорит, у тебя, говорит, зимой они прилетают, а весной улетают. Поэтому, говорит, твоих голубей копчик не бьет. Зимой сапсан прилетает в Волгоград, а весной улетает с Волгограда. Это вот, понимаете, ну люди готовы на все, понимаете. Ну, только не поверить, что хищник не может хороших голубей взять. Ну, не может он взять. Это я при том говорю, что у меня не хорошие голуби, а хороших вообще не может взять. Понимаете? Вот как бы. Да, это Николаевский. Ладно, подождем, может, они еще разочек придет. Ну, трое вон там мелкается. А, да, не знаю я. Да что ж ты, да что ж ты, да что ж ты. Чудо ты моя. Это челя, сыночек. Челя. А, нет, это не челя, это шоколадного челя, сыночек. Папу, конечно, я убрал. Папу, конечно, я убрал, потому что... Потому что... Никогда вот он. Как раз недавно я... Недавно я его убрал. Не люблю, когда... О, тебя, что ли, долбанул? Шпингалетик. Да, походу, шпингалетика долбанул. Это краснохвостый шпингалетик. Вот она наверху была. Он, по-моему, этот голубенок будет. По-моему, уже начал ворковать. Но ему месяцев 4 максимум. Месяцев 4. Это вот от депутатской дочки и от по-моему, белого голубя того отца тоже. Вот, пошел ко мне вниз. Че, Яшка опять? Опять Яшка, вот он, видите, как падает. Вот он как падает. Ты кто-то? А это генерал. Это генерал. А где те? Вот смотрите, как, не знаю, ну камера может мутно показывать, потому что скорость бешеная. Тех я не... Вот они падают. Видите, это те, которые были сейчас почти в покрытии. Это те, которые были в покрытии почти. Вот они. Вот они, вот они. Несколько.
Пару секунд, и они внизу. Пару секунд, и они внизу. Вот он, генерал даже уже и бьет. Че, засранец. То опасался сверху вниз, камнем упал, то уже так, типа я такой пацанчик крутой, да? Дурачок. Дурачок. Да. Успокоились. Там кто еще такой? Мраморники или кто там? Чернохвостый. Надо посмотреть, он кого-то зацепил, потому что, не знаю, камера сняла, не сняла, но кого-то он зацепил. Вот он, генерал, начал танцевать. Сейчас поставлю на паузу, остальных найду. Пока что. Так, друзья мои. Ну вот раз. Вот два. Вот три. Где там черненький еще? Он черный, падает камнем. И белый еще рядом. Не знаю я, как бы снимаю его. И белый рядом еще должен быть. Потому что было пять. Один чуть ниже, четверо выше. Вот двое камнем пошли вниз. Генерал еще один. Ну, чернохвостый не знаю, это вот надо посмотреть. Скорее всего, может, этого. Либо этого долбанул, либо краснохвостого долбанул. Ну, кого-то зацепил он. Хотя чернохвостый тоже молодой. Молодой. Это не из взрослых. Ну, если зацепил, придется опять нитка, иголка. Вот он пошел, вот он, за генералом. Гарельджан, боевое крещение он получил уже. Вот он, сапса. Вот он, красава. Ой, как Ганель будет радоваться, скажет, вот наконец-то. Ну, генерал, он из весенних. Он еще не знает, что такое сапса, но с ним еще не встречался. Вот он пошел, он даже херачит. Вот он. Это уже самец, это уже не самка. То была самка перед этим. Это чуть поменьше. Вот он идет уже высоту набирать. Не знаю, но должен я его снимать, хотя он уже далековато. Ну чего, подождем тех двух уставших. Хотя, кто там наверху есть, я не знаю, но вот черного вижу. Ну, видите, скинули, трое скинули. Скинули, не пошли. Сколько летают голуби? Дорогие мои, как вы думаете, сколько они летают? Вот представь себе, сколько ты будешь бегать, если за тобой будет лев гнаться? Вот он. Ну, он ушел опять. То самка туда ушла, то самец. Ну, что-то эти приходят с этой стороны. У меня приходят обычно и со стороны котельни. То есть там... Посмотрим. Ну, вот, да, то этот Николаевский, который упал, это Николаевский. Скорее всего, соседский. Ладно, поставим на паузу, подождем. Да, и обратите внимание, друзья мои. Вот, черный. И белый рядом. Они высоко. Сейчас они чуть ниже пол. Сейчас я посмотрю. Блин, не вижу. Но разделились они. Они находятся на той высоте. Вот эта высота ихняя. Где сапсаны должен работать. Где сапсаны должен работать. Но это, скорее всего, взрослая птица. Потому что он этих оставил, погнался за неопытным генералом. Потому что генерал в зиму не летал. Видите, летают по отдельности, не вместе, по отдельности. Вот один, не знаю, но я направляю высоко. Сейчас максимально камера приближена, высоко. Сейчас чуть ниже полета попадаю я, не попадаю, не в курсе. В общем, то есть сапсан вот на этой высоте должен работать, но он не работает на них. Почему не работает? О, пошло, форсированный движок. Сейчас может даже и камера мутнеть, потому что скорость бешеная, что у одного, что у другого. Но второй не белый, может, желтый, голубый, может, кто там такого. Ладно, подождем.
Должен же Яшка прийти, он же голодный, видите, дом покрытый, корма меньше. Всех, кого можно было, они уже перебили. Теперь придется ко мне в гости приходить. Но я готов налоги за него платить. Я готов. Так, друзья мои, ну вот сейчас я уже не мерзну, понимаете? Уже не мерзну, уже с удовольствием стою, смотрю. Понимаете, ну как можно жаловаться на то, что хищник атакует? Да наоборот, радуйтесь, что он тут. Жар, о, черный начал тянуть. Все, уже успокоился. Все, успокоился. Он летал до сих пор дикарем. Кто такой, не знаю. Ну, может, из взрослых. Не может быть, это из взрослых голубей. Как бы по полету видно, что опытнейший второй. Не знаю, кто такой. Он пошел форсировать. Они периодически будут себя показывать, что тот даже не думал за ними пойти. Они периодически будут показывать. Ну сейчас, по-моему, все, я уже в камере вижу. Вот сейчас уже вот такая высота у него. Чтобы вы поняли, как они крышу вышибают. Вот так они у меня крышу вышибают. Что один, что второй. Ну, второй, может, и мраморненький быть, не знаю. Ладно, подождем, сейчас поставим. Тут уже 16 минут пошел запись. Подождем, вдруг пойдет. Да, ну, так, полурасслабленный, вот черный. Полурасслабленный. Я не могу сказать, что напряженно сейчас летает. Да, быстро летает. Так, ну, понимаете... Да, вот Николаевский ушел. Вот он. Это, ну, скорее всего, соседский. Сосед решил совсем без голубей остаться. Ну, на такой высоте сапсан не будет бить. Вот она, высота его. На такой высоте сапсан просто разобьется, если он будет на него пикировать. На такой высоте берет тетер. На такой высоте берет тетер. Ну, что-то эти опять пошли дикарить. Скорее всего, он сейчас должен пытаться. Сейчас уже она должна появляться, самка, потому что самец был. Сначала самец был, потом самка была, потом опять самец был. Сейчас, по идее, самка должна прийти за ними. За ними. Ну, вот этот момент, когда он рвет прямо за голубем. Вы не представляете, какой адреналин, какой всплеск адреналина идет, по-моему, мутновато. Ни хрена не мутновато, скорость бешеная. Не успеваешь. Да, вот какой адреналин, какой кайф ты пока. Вот эти секунды, доли секунды думаешь, возьмет, не возьмет, возьмет, не возьмет, зацепит, не зацепит. Даже думать никогда. Вот это кайф. Реальный кайф. Ну, тебе, по-моему, все спустились. Сейчас пойду посмотрю, кого он там зацепил. Так, друзья мои. А зацепил он. Зацепил он этого пискуна, сейчас покажу. И зацепил за хвост. Вот он. Сейчас неудобно как-то. Вот туда он его зацепил. Хвостик оторвал. Вот он. Несколько перьев с хвоста вырвал. Всего-навсего. Это вот. Значит, идет от дочки бессмертной и от стариковского внука. Вот он. Видите? Вот там зацепил. Ну, те дурачки. Сейчас потяну, чтобы видно было. Те дурачки. Вот один. Вот один. Где второй? Опять улезла, что ли? Ну, черного вижу. Черного вижу. Блин, ну там еще другой же был вместе с ним. А, вот второй. Вот и второго вижу. Ну, быстро, скорость быстрая у них сейчас. Она, птица, работает. Да что ж такое? Не знаю, ну направляю, я снимаю, не знаю. Направляю, вот вдвоем.
Ну как бы вот так, друзья мои. Геннадьевна, ну тебя поздравляю, ты ж так давно ждал, когда ж генерал боевое крещение получил. Ну, получил крещение без ранения. Ну это же кайф. И вот обратите внимание, друзья мои, ну сколько времени он летал, показывал, да, это из майских говорили, генерал, генерал, генерал. Ну вот только зимой можно понять. Я же сказал, выживет до весны. Ну нет, чудо, не выживет. Ну значит, не чудо. Хотя он забежал на сокрыт. Ну как бы вот так. Всем благо, дорогие мои. Ну, повеселее все стало мне. Мне уже интересно стало гонять. Ох ты моя холостая. Вот это какое чудо тут еще. Ну, кажется, какой ты красивый. Красивый, красивый. Какая красота. Какая красота. Какая красота. Да. Боишься что ли? Боишься? Да? Вот так вот так. Ну все, все балаглан поднимали. Все, балаглан. Ну что, пойдем? Или не пойдем? Пойдем или не пойдем? Копчика дразнить. Копчика пойдем дразнить. Аж летать не нужно. На крышу упал. Ну, как бы вот так. Как бы вот так, дорогие мои. Не бойтесь копчиков. Они вас не сожрут уж точно. Ну, чего надо. Ну все, удачи вам, дорогие мои. Да, опять он им летать не дал, сучонок. Ну там тот, который был наверху, это кофейный старый голубь был вместе с черным. Ворон еще каркает как бы. А вот он черный. И вот он кофейный, идет сейчас на посадку. Хоть сверху идти. Там же опасно. Дурачок, там же опасно. Там же опасно. Ну это опять приподнимается. Спустился, опять не налетался. Сколько летает? Да хрень его знает, сколько летает. Сколько хотят, столько и летает. Ну вот, как бы вот так.